Трагедия на рыбалке. Жителю Тавды, по вине которого утонул подросток, грозит до 12 лет лишения свободы. Дело начал рассматривать районный суд. Согласно материалам дела, мужчина с юным напарником выпили алкоголь и отправились на надувной лодке на рыбалку. Хорошенько отдохнув, они решили, что пора возвращаться. Обвиняемый попросил подростка запустить мотор. Парень переместился на корму и потянул рукоятку стартера. В результате лодка резко дернулась, и рыбаки оказались в воде. При этом подросток угодил под лопасти работающего мотора. Мужчина выбрался на берег и сообщил о трагедии в полицию. Тело парня обнаружили в реке спустя несколько дней. Рыбаку предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».